Но я не придворная певица, понимаешь? А-а-а. Я и сейчас не придворная. И тогда не было. Алла Борисовна Пугачева – главная артистка советской и российской эстрады. Ее песни знают наизусть миллионы. Ею восхищаются и обсуждают все. Но последние два года российская пропаганда вспоминает о Пугачевой только так. Пугачева сбежала на Кипр из Израиля. Пенсионерка Пугачева собралась провести гастрольный тур по Европе. Алла Пугачева напугала жителей Кипра своим внешним видом. В Госдуме призвали Аллу Пугачеву публично извиниться за ее ошибки. Ее песни сняли с ротации на российских радиостанциях. Ее больше не показывают по российским телеканалам. Российские политики обсуждают присуждение ей статуса иностранного агента и конфискацию ее имущества. На каждый ее пост в Инстаграме находятся хейтеры и среди комментаторов, и среди коллег-артистов. Но все это, травля журналистами, запрет на ТВ и радио, происходит с Примадонной не в первый раз. Пугачева была, что называется, неудобной певицей еще на заре своей карьеры. Она не выглядела, как другие артистки советской эстрады. Она не пела об ударных стройках и комсомоле. Алла Борисовна пела о женской доле, была честной по отношению к своему зрителю, и это помогло ей завоевать всенародную любовь. В этом видеоэссе мы не будем пытаться рассказать подробности жизни и карьеры Аллы Пугачевой. Вы и так их прекрасно знаете. Но ответим на вопрос, в чем ее феномен? Почему к ее мнению прислушивались? Когда она перестала быть аполитичной? Почему ее песни всегда были народными? И главное, за что ее травили в СССР и за что пытаются отменить сейчас? Историю известности Аллы Борисовны Пугачевой связывают с ее выступлением на конкурсе «Золотой Орфей» 4 июля 1975 года. До этого больше 10 лет певица пыталась вырваться на советскую эстраду, но до «Орфея» ей это не удавалось. У Пугачевой классическое музыкальное образование. Ее мать Зинаида Архиповна мечтала, что дочь станет пианисткой. Но пианисткой ей стать было не суждено. Прогуливая уроки в музыкальной школе, Алла с подругой случайно оказались на прослушивании вокалисток в ансамбль композитора и дирижера Левона Мирабова. Так Пугачева поехала в свои первые гастроли и записала первую песню «Робот». Потом пела в разных группах, филармониях, ездила на гастроли. В 1974 году Пугачеву пригласили стать солисткой ансамбля «Веселые ребята». Именно с ними певица и поехала через год на конкурс песни «Золотой Орфей» в Болгарии. После трансляции выступления по центральному телевидению о никому неизвестной певице Алле Пугачевой узнали по всему Советскому Союзу. Уже через месяц была выпущена первая пластинка певицы с песней «Арлекино» с тиражом в 14 миллионов экземпляров. Какую свободу чувствовала, когда выскочила на сцену первый раз, на большую сцену, в огромном зале в Лужниках, что со страху я что-то стала и кричать, и танцевать, и мне казалось, что это был последний мой концерт, что меня вот так разрешат и больше никогда в жизни не разрешат. Судьбоносное выступление помогло Примадонне запустить сольную карьеру и навсегда изменить облик советской эстрады. Конечно, это был не последний ее концерт. Более того, она была единственной на советской сцене, чьи выступления не были строго регламентированы. Это в те времена, когда в радиоэфир пропускали только людей с вылизанными номерами и идеально поставленным голосом. А таких, как Пугачева, называли самодеятельными артистами. Она слишком свободно держалась на сцене. Ей многое разрешалось за счет широкого признания публики, но именно эта ее внутренняя свобода изначально и помогла ей обрести народную любовь. Замкнутый круг, который позволил Алле Борисовне меньше оглядываться на критику и запреты и самой выбирать свой репертуар. Первый сольный альбом певицы «Зеркало души» вообще взорвал советскую эстраду.
Смешение музыкальных стилей рок, блюз и фанк – такое в СССР 70-х было невозможно даже представить. Выступила Пугачевой на одной из самых престижных площадок Европы – концертном зале «Олимпия» в Париже. Легендарном месте, где в свое время выступали Эдит Пиаф, The Beatles, Pink Floyd. Однако в советских газетах писали, что на концерт Пугачевой смогли продать всего 50 билетов. Это был первый звоночек. Советская номенклатура обеспокоена успехом певицы. Чиновники опасались. Такое широкое признание Пугачевой и за пределами СССР может привести к ее эмиграции. А такого они допустить, естественно, не могли. Почему люди в этой стране не радовались моим успехам за рубежом? Это всех жутко настораживало. Как будто они все были закодированные на какой-то определенный код. Не высовывайся, а высунулся, получи по башке. Раз, два, ты смотри, все равно высовывай. В конце 80-х обеспокоенность власти успехом Пугачевой привела к тому, что из эфира были изъяты песни, клипы и записи концертов певицы. Но это не помешало ее популярности расти и дальше. Сейчас кажется, что Пугачеву называли «Примадонной» всегда. Но на самом деле прозвище приклеилось к ней довольно поздно, уже после распада СССР. Однако уже задолго до прозвища Пугачева исполняла авторитетную роль на отечественной поп-сцене. Это она привела на сцену Игоря Николаева, оказалась на подпевках у молодой группы «Наутилус Помпилиус» и учила петь Вячеслава Бутусова. С ростом влияния Аллы Борисовны советская пресса травила ее все чаще. Писали про ее баснословные богатства, что она зазвездилась. Но Пугачева много лет жила на окраине Москвы в крошечной квартире, получала за концерт 26 рублей, а вместо гонорара предпочитала дефицитные товары. Она так же, как и все, переживала переломные моменты истории своей страны. После катастрофы в Чернобыле Пугачева стала одним из инициаторов благотворительного концерта для пострадавших и ликвидаторов. А через несколько месяцев певица сама выступила с концертом в поселке под Припятью, без защитного костюма. В тот день ей аплодировали тысячи ликвидаторов. Затем распад СССР, ваучерная приватизация, дефицит и инфляция. Пугачева в каком-то смысле сама стала предвестником перестройки на фоне брежневского застоя. Но что будет дальше, не понимала, как и все тогда. Я всегда считал, что перестраивать просто практически нечего, надо что-то строить. Потому что наше общество как-то привыкло жить на разрушенном и на разрушении. Созидать надо, этому еще учиться. В 95-м году Пугачева даже выступила с новогодним обращением вместо президента Бориса Ельцина. Она говорила о том, что волновало тогда всех – качественные товары и безопасность. Но из ее уст это звучало как решительное политическое заявление. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем. С Новым годом! Пугачева как бы оставалась вне политики, беспартийной, не участвовала в закрытых кремлевских концертах и не обращалась за помощью к чиновникам ни в СССР, ни в современной России. Но при этом авторитет и признание Пугачевой были настолько широкими, что от нее действительно ждали каких-то резких политических заявлений. В конце 80-х годов певец Иосиф Кобзон стал народным депутатом СССР. От Пугачевой ждали того же. Но певица в основном отшучивалась. Не возникало такой мысли выдвинуть свою кандидатуру на пост народного депутата? Знаете, у меня ни секунды не возникала такая мысль, потому что, во-первых, я еще попеть хочу. Кобзону можно уже там посидеть, а я еще на стуле стоять хочу. После перестройки Пугачева более активно стала участвовать в политике. В 93-м году певица косвенно поучаствовала в референдуме о доверии президенту Борису Ельцину. Агитки призывали голосовать «Да, да, нет, да», а Пугачева записала песню. Да, 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 нет, да, 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 нет, да, лишнее вычеркиваем, да.
Позже она уже напрямую призывала в разные годы голосовать за Бориса Ельцина, Владимира Путина и партию «Единая Россия». Но каждый раз объясняла это тем, что доверяет этим политикам и их решениям. Пугачевой верили, шли голосовать. Я давно знаю Владимира Путина, знаю его как умного человека, у которого слова с делом никогда не расходились и не расходятся. Сказал, не пойдет на третий срок, значит, не пойдет. Я пойду и проголосую за «Единую Россию», за его партию, а стало быть, за него. И вам советую сделать то же самое. После 2008-го она говорила, что разочаровалась в рокировке и тандеме Путина-Медведева. Борис Немцов предлагал Пугачевой вступить в партию СПС, но певица отказалась. Уже в предвыборной гонке 2012 Алла Борисовна поддержала кандидатуру другого несистемного кандидата – олигарха и лидера партии «Правое дело» Михаила Прохорова. По словам Пугачевой, патриотичного, порядочного и хозяйственного. Путин должен, я думала так, он должен себя окружить такими людьми, как Прохоров, для того, чтобы стать президентом, а не... как бы помягче, ты сейчас брякну что-нибудь, а не таком паханом при криминальном обществе, понимаете? Помимо предвыборной агитации, Пугачева пыталась взять в свои руки и решение некоторых социальных проблем. Так она стала членом общественной палаты в 2005-м. Но ни одна ее инициатива не была реализована. В перевыборах в совет певица участвовать не стала. Меня больше интересует, как люди плохо живут, там, скажем, там у них их жилищные условия, маленькие пенсии. Вот это меня больше волнует. Хорошо. Против чего Алла Пугачева может выйти и протестовать? Против чего? Я не буду против, я буду только за что-то. За что? Я тебе говорю, еще раз повторяю, за то, чтобы люди жили лучше, для того, чтобы дети росли в нормальных семьях, чтобы мужики больше зарабатывали, чтобы... Настолько они зарабатывали, много, немного, но так, чтобы жена могла не работать, а сидеть и воспитывать ребенка. К мнению Аллы прислушивались. Она находилась на первых местах рейтинга влиятельности в ЦИОМ и уступала только Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву и Валентине Матвиенко. Публикацию в Инстаграм российской певицы Аллы Пугачевой, адресованную тем, кто ее критикует, попросили проверить на предмет возбуждения ненависти либо вражды. С такой просьбой в Генпрокуратуру России обратился руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Пугачева ранее публиковала пост, в котором написала, процитирую, «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами». Конец цитаты. В настоящее время певицу проверяют на дискредитацию армии России из-за ее поста, где она попросила признать себя иностранным агентом вслед за ее мужем Максимом Галкиным, которого включили в реестр на агентов за день до этого. На прошлой неделе Пугачева вновь покинула Россию. Как утверждается, она улетела без обратного билета в Израиль, а также выставила на продажу легендарный замок в подмосковной деревне Грязи. Скажи, извините, я по-другому не смогла. Да, надо извиниться, и все, на тебя кричать тогда не будут. Да, просто скажи, извините. Не буду ничего сказывать, что тебе, вам что надо? Чтобы вместе. Чтобы ты извинилась. Но тебе надо, что тебе надо, и чего тебе надо? Чтобы ты извинилась. Я? Да, ты посуду замочила, выбирала и убрала. А что тебе надо, и тебе что надо? Ты извинилась. Извинись, скажи. Не буду ничего извиняться, не буду. Почему? Потому что вы себя задавали. Пацаны не извиняются. Добрый день, друзья и недруги. Алла Борисовна Пугачева и в советское время давала интервью. Не надо думать, что ее беседа с Ксенией Анатольевной Собчак была прорывом таким. И никогда раньше она подробно не рассказывала за жизнь и за себя. Вот хочу, чтобы вы посмотрели давнишнюю вот эту телевизионную работу. И, кстати, сравнили бы Аллу Борисовну Пугачеву того советского периода, брежневского еще, и современного периода,
ее замужество за иностранным агентом Максимом Галкиным. К сожалению, ни один композитор сейчас никак не может написать такую песню, которая была бы мне близка, потому что я все время меняюсь и с возрастом, и как-то время такое другое. Один год одни песни, когда все хорошо, песни о хорошем, когда что-то плохо, песни о плохом. Когда видишь солнце, как Ин. Видишь солнце, поешь о солнце. Видишь друзей, поешь о друзьях. Видишь что-то нехорошее, поешь об этом. Но все равно меня нужно знать довольно близко для того, чтобы написать песню близкую мне. И поэтому в последнее время пишу песни сама. Музыку. Собственно, не собиралась петь вообще и не пыталась даже петь. Но мне какой-то нужен был выход эмоциям. И когда я вот училась в музыкальном училище только первый год, то случайно попала на конкурс. Конкурс певиц, которых набирали для программы одной эстрадной. Так, в шутку вышла, спела. Это была первая победа. И вот когда по распределению из музыкального училища попало в цирковое училище, вот там, пожалуй, я точно поняла, какая песня у меня будет либо первая, либо последняя. Вот оттуда и пошла тема Арлекино. Это не значит, что песня одна есть Арлекино. Просто я поняла, что в сущности своей я человек трагикомический. Я могу спеть и трагедию, и комедию. Я могу играть как актриса. И когда я это поняла, то у меня сразу сложился определенный план, и мне стало так легко на душе, что я нашла прежде всего себя. И громко звучащий, а здесь нежная, приятная музыка и отличный исполнительный. А вспомните, какие песни хорошие. Вот сейчас будет «Я у бабушки», понимаете, но это прелесть просто, понимаете. Вы не белорус, случайно? Нет, не белорус. Я русский, но очень люблю. Тем более приятна ваша симпатика. Ну и, конечно, Алла Пугачева. И песня маэстро. Это даже когда расстроишься, если придешь какой-то уставший, так немножко грустно. И когда эта музыка заиграет, и Паулс за рояль садится, Алла Пугачева садится. И тем более это было 31 декабря, вот накануне Нового года в Огоньке. Это просто неповторимо. Все восстанавливается, то, что ты утратил. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы попросили Аллу Пугачеву назвать самые памятные события ее творческой жизни в минувшем 81 году. Пожалуйста. Ну, для меня, конечно, самое памятное – это было госэкзамены в институте. Я закончила ГИТИС, наконец-то. Вот, получила профессию эстрадного режиссера. Еще мне в этом году запомнились успешные гастроли в Финляндии. Когда вы были награждены медалью сторонников мира? Они были действительно очень успешные и очень важные гастроли. И, наконец, меня пригласили вот на следующий год на гастроли во Францию и выступить в таком известном театре, как «Олимпия». Вот, пожалуй, самые такие основные вещи, что ли, этого года. Я надеюсь, что в новом году это все исполнится. Ехай нахуй!